С 9 до 14 часов в Доме культуры молодежной можно будет пройти обследование у кардиолога, эндокринолога и невролога. Прием будет вести лор-врач, окулист, терапевт, хирург. Проконсультироваться можно будет у педиатра, психолога, соцработника, а также измерить давление, рост и вес. К услугам анапчан – лабораторная экспресс-диагностика, уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, кардиовизор, УЗИ-диагностика, измерение внутриглазного давления. Прием будут вести врачи-специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики.